системный блок, внешнее состояние. Корпус в хорошем состоянии, да и внутренности тоже прям отлично. Чуть-чуть пыль есть, провода прям живые, все прям не новенькое. Здесь щиток, корпус от него есть, открыл просто показать. Так, посмотрим характеристики. Это AMD 6350, 6-core процессор, 3900 МГц, 8 ГБ оперативная память. NVIDIA GeForce GT 10 на 30 на 2 гигабайта и жесткий диск на 1 терабайт. Так, сейчас, собственно, этот жесткий диск проверим, как он работает. Все хорошо с ним, отлично. Сам компьютер работает прям живенько, быстро. Сейчас переключу на игру, попробуем что-нибудь поиграть. Все работает, не тормозит. Полагает.